Говорят, что местные жители во многих поселках, и в этом в том числе, по вечерам, ну и вообще в любое время следят, чтобы не было мародеров. Да, вы как раз одни из тех людей. Да, нам вот для этого катер люди предоставили, мотор. Мы ездим, патрулируем улицу, смотрим, что никто ничего не дербанит. Но за это время были какие-то эксцессы и посторонние никого люди? Не встретили. Ну, мы такую шуму навели, много кто знает, что мы следим. Поэтому, мне кажется, никто поэтому и не лезет. Ну вот не очень понятно, вот мародеры, они на что рассчитывают? Что они могут пытаться забирать-то? Люди-то все на чердаки убирают, на крыше. Подплывай, добери. Технику? Технику. Что же еще? Ну, факты были вообще? Ну, может, ловили мародеров? Я не слышал. Говорят, были здесь. Ну, человек слышал. Ага. Ну, на всякий случай лучше перестраховаться, да? Ну, конечно. Конечно. Тут столько аппаратуры лежит. Ну как там? Мокро. Дома стоят или есть, которые плавают? Дома-то пока стоят, в бане плавают. Сарайчик. А далеко заплыли? Там максимальная глубина какая? Максимальная глубина? Ну вот то, что вы видели, по крышу есть? Скорее всего уже да. Коньки торчат, вот как подлезть сначала. Капец. А вы вчера здесь были на этом месте? Да. Сильно прибавило? Вот тут блок был передний полок. Но это было полок. Утром блок. Значит, блок брать. Да. Вот этот блок сломан. Это вот где-то. Ну то есть полметра прибавил, что ли? Больше? По глубине. За счет чего? Не, вот за вчерашние, со вчерашнего утра где-то полметра, да, получается? Или побольше? Побольше. Офигеть. Сантиметров 60. За сутки.